Видимо, секретная вечеринка в этом году отменяется. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И как вы понимаете, опять наша игра не работает. Как вы помните, мы вчера вместе с вами регистрировались на секретную вечеринку, которая сегодня должна была пройти в 16:00, по крайней мере, старт ее. То есть буквально с минуты на минуту я должен был зайти на вечериночку, получить какие-то некие призы в честь праздника, а именно день рождения, тот праздник, который лишь раз в году. И вы видите на экранах, что я даже попросту в игру, к сожалению, зайти не могу. То есть даже с того же браузера, попытавшись зайти на главную страничку танчиков, да и в целом попросту на сервер, в игру, на аккаунт без донатика, я этого не могу сделать. То есть с интернетом у меня проблем никаких нету, лишь есть проблемы и трудности с заходом в игру. Орех, когда будет игра работать нормально? С чем это связано? Разработчики нас пока что об этом не уведомляют. Писали, что вроде бы все поправили, но, как видите, день за днем трудности есть. И, по-моему, друзья, нам стоит ждать новую компенсацию в нашей игре, потому что, ну что это такое? Что это такое, когда танки онлайн каждый день практически не работают? То есть заходишь днем, вроде бы, ну, кое-как зашел, выполнил миссии, поиграл, и как только что-то безумно начинается в плане ивентов, либо что-то еще намечается, все. Игра попросту лежит, открыть нельзя, серый экран, некоторые ребята даже битву доиграть не могут, фон получить свой. Возможно, поиграть с премиум аккаунтом, который нам дали в виде компенсации. Может быть, есть те ребята, которые купили себе премиум аккаунт, либо попросту имеют возможность поиграть только на выходных, а у нас игра, как всегда, недоступна. Я понимаю, что вряд ли она в ближайшее время откроется. Если даже откроется, то, наверное, опять будут баги, лаги, когда вы на сайт не можете зайти, либо попросту приз не забирается, либо в этом всем духе. То есть напишите, друзья, что вы об этом думаете. Во-первых, поддержите, кстати, видеоролик лайком. Я об этом совсем забыл сказать. Но, как видите, у нас продолжение нашей эстафеты в плане того, что игра опять недоступна. Получается, наверное, уже на протяжении недели у нас трудности, которые разработчики по сей день не могут исправить. Возможно, это трудности, которые не зависят от самих разработчиков, возможно, даже не от самих серверов, но об этом мы, к сожалению, пока что не знаем. То есть новостей никаких у нас, к сожалению, нету. Я даже зайти на сайт, страничку главную танк онлайн не могу, поэтому узнать, какие же новости и когда нам стоит ждать открытия танчиков, тоже не знает. А я думаю, разработчики, может быть, до конца сами не знают, когда наша игра откроется, когда они смогут починить полностью, но пока что реально вот такие, друзья, у нас дела. Вы поделитесь своими впечатлениями, как вам последнюю неделю и насколько вы уже разработчика, возможно, в неком плане ненавидите, потому что вроде есть компенсация, вроде довольны, вроде бы получили, вроде бы играем, вроде бы там челленджи те же самые. Некоторые ребят сумели купить за счет того, что дали 100 танкоинов дополнительных, но а играть? Когда можно будет в игру поиграть и без всяких проблем и трудностей просто комфортно провести время, не надеяться, что ты завтра зайдешь в игру, она опять будет не работать. Ну, либо же в этом плане, что сайт опять вовремя не заработает, либо же попросту опять компенсация за компенсацию, компенсация за компенсацию. В этом духе, друзья, пишите, что вы об этом думаете, обязательно в комментариях, потому что, ну, я честно уже устал. Устал, но стоит, как по мне, поделиться вновь видеороликом, потому что я планировал записать видеоролик с тем, как я захожу на сайт, секретной вечериночки. Все круто и понятно, а по итогу, ну, видите то, что видите на экранах, к сожалению, на сайт попасть не удается, в танчике опять все же загрузиться у меня, к сожалению, не получается. Давайте последнюю попыточку, возможно, что-то поменяется, но, честно, я пока что в этом сомневаюсь. Уже 16:00, то есть уже практически минута прошла после того, как должен был быть открыт сайт. С тем, что получить плюшки, кстати, что-то пошло. Давайте проверим, но, честно, сомневаюсь, что мы загрузимся. Если загрузимся, то, наверное, не до конца. Так, ну, браузер что-то нам показал, по крайней мере, логотип танчиков, но, по-моему, на этом у нас все, друзья, остановилось. Давайте попробуем обновиться еще раз. Тут давайте еще раз обновимся, но загрузки никакой нет. К сожалению, друзья, честно, бомбить и ругаться я уже не хочу. По-моему, это мы уже вместе с вами несколько раз успели сделать, поэтому жду от вас комментарии по поводу этих всех движений, насколько вам это надоело. Ну а с вами, друзья, был Immortal Hero Dov. Всем до скорых встреч.